Так как в торгах является одним из условий, это самая низкая цена тот, кто дает, то сейчас из-за того, что импортные поставщики в евро, соответственно, из-за того, что евро высокий, они просто не могут конкурировать с нами. Ну, по некоторым позициям, да, в частности, там газовое оборудование, не могут конкурировать с российским, потому что у нас дешевле. Вот и все. А устанавливаются параметры в торгах, которые не, мы же не прописываем конкретную марку, да? То есть мы прописываем вот такие вот условия, вот с такими параметрами. И здесь многие русские товары именно на этом выигрывают.